скоро все случится. Новогодняя афиша будет готова к 1 декабря. Город уже вовсю готовится к торжествам. Запланировано более 1000 различных праздничных мероприятий. Утренники, концерты, спектакли, выставки и соревнования. А также главная городская елка для детей 20 декабря в Доме офицеров и новогодняя ночь на площади Куйбышева. Будет весело и интересно, обещают в городской администрации. А детям еще и сладко. Каждому ребенку до 16 лет полагается новогодний подарок. Мы так же, как и в прошлом году, вручаем детям только один подарок. Это подарок от Самарской области, от губернатора, так сказать, и от нас в том числе. Мы делаем подарки для специальных наших елок, для городских. То есть вот городская елка главы, елка для детей-инвалидов, елка для школьных активистов у нас они будут. Уже сейчас город облачают в праздничный наряд, устанавливают постаменты для световых фонтанов, проверяют и готовят иллюминацию. 1000 огоньков и фонариков. Через неделю на площади Куйбышева начнут устанавливать главную елку. Вокруг нее расположится ледовый городок из 10 фигур, а по бокам два катка. Кроме того, нарядные елки будут в каждом районе города, всего 34 комплекса. Чтобы горожане смогли насладиться праздниками в полной мере, городские власти настроены на это время об отдыхе забыть. Теперь ответственные на все новогодние праздники первые лица требования главы, все на местах, никто никуда не уезжает. Уже сейчас прорабатывают вопросы безопасности во время торжеств и делают все, чтобы коммунальные проблемы не омрачили праздничное настроение. Марина Матвеевна, Григорий Плешаков. События.